sur les modes. Когда первого внука отдают на воспитание бабушка с дедушкой, и этот внук растет с ними, эта традиция называется баур на салу. Эта идея всю жизнь со мной, наверное, с того момента, как я осознанно начал понимать, что я живу с бабушкой. Да, я всю жизнь хотел про это делать кино. В 15-м году я начал писать сценарий. Это и были отрезки из жизни, которые нужно было соединить. И это соединилось благодаря моему оператору Жанарбеку Елеубеку. Наверное, 60% этого успеха нашего фильма – это его заслуга. Ту бабушку, которая играет главную роль, она внешне даже, ее ментальность, ее пластика очень сильно похожа. Когда я приехал туда, я ее утвердил, и муж сказал, что все, она будет сниматься. Муж сказал, а та. И там через 10 дней он умер. Бабушка сказала, если а та так сказал, это был его выбор, я в любом случае буду сниматься. Хотя весь аул осуждал. И там есть очень сильный эпизод, связанный с ней. Я очень ей очень благодарен. Я негізі сағынасын ауылды, өйткені мен 100% бұл фильм аул туралы ғой. Ауылдың өмірі, ауылдың тіршілігі туралы. Бұл фильмде тек қана ауылдың өмірін көрсетеміз, иә? Бірақ бізде нағыз, жақсы, сапалы ауылдың өмірін көрсететін фильм жоқ. Мен ойымша. Біз көрсетеміз, ауылдың адамдары бір жүгіріп жүреді, бір қой-то идиоттар сияқты. Мысалы, бір фильмдерді. Маған ол өте ұнамайды. Ауылдың өзінің маңызы бар, өзінің менталитеті бар, өзінің өмірге деген ауылдың адамның көзқарасы бар. Сондықтан мен өмір бойы сол ауыл туралы түсіретін сияқтымын. Олардың енді әлемдік деңгейде олардың менталитетін көрі. Өйткені мен қаланы 100% өз-өзім сезіне алмаймын. Мен өйткені 20 жасында қалаға келдім. Қай жерде болсам да, я әлемде жүрсем де, мен қаланы жалпы сезіне алмайды екен. Самое важное – это взаимоотношения с отцом. Я хотел бы, чтобы зритель посмотрел этот фильм до конца. И там есть кульминация, когда они выясняют отношения. Это, наверное, будет... Это не просто такой фильм, это будет такой месседж для каждой семьи. Об отношениях, что семья – это самое важное в жизни.